Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Oh.
Болезненный вопль чад Твоих в земле украинсти сущих. Избави люди Твоя от междоусобной брани, утоли кровопролитие, отврати належащие беды, лишенная крова веди в домы, алчущие напитай, плачущие утеши, разделенное совокупи, не остави стадо свои от сродних своих, в ослаблении сущих умолитеся, но скорое примирение яку щедро даруй, ожесточенных сердца умягчи, и к Твоему познанию обрати мир Церкви Твоей, и верным чадом ее подожди, да единим сердцем и единими усты. Прославим Тебя, Господа и Спасителя нашего, во веки веков. Славит пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Епископы, православные, весь священнический,
диаконский, монашеский и иноческий чин, братью и святого храма сего, поющих весь притче церковный, благотворители, благоукрасители, жертвователи, податели и строители святого храма сего, вас и всех православных Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии. Господина, отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, и господина нашего преосвященнейшего Елисея, епископа Урюпинского и Новоанинского, их же даруй святым твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, Слово Твое истины. И освящение наше, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Благословляй, благословящий Тебя, Господи, освящай на Тебя уповающий я, спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей, я сохрани, освяти любящие благолепие дома Твоего. Ты тех воспрослави божественной Твоей силою, и не остави нас уповающих на Тя, мир мирови Твоему даруй, церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и всяк дар совершенствующий есть. Сходя от Тебя, Отца Светов, и Тебе славу и благодарение, поклонение высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Своевой от Иоанна, нашего ради спасения, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая своей Матери и всех святых, помилует и спасет нас, я то благо человека любит. И
Господину Высокопреосвященнейшему Герману, Петру Политову, Христову и Женскому, и Господину Высокопреосвященнейшему Елисею, и епископу Рыбисовую Богомистову. Чтение. Как и глаголит Господь, да возвеселится пустыня жаждущая, да возрадуется пустынник во святе для хрин, и да прозябнет. И мы Господу молимся, Господи помилуй. О плавающих, путешествующих, недолгающих, страждущих, приемных, и о спасении Господу помолимся, Господи помилуй. Избавиться нам от всякие скорби, гневы, нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, еже святись, ладанским силой детям, и наитим Святого Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, еже снисходите на истине, очистительным присущим Троице действом, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, еже даровать сей благодати творение, благословение Иорданову, силой действием на истине Святого Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, еже сокрушитесь о сатане под ногами нашими вскоре, и разоритесь всякому совету лукавому,
грехом мы, Господу помолимся. Господи, помилуй. Якуда Господь Бог измет нас от всякого навека, и искушение сопротивника, и достойность отделает совещанных благ. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, чудно дела Твоя, и не единое же слово довольно будет пению чудес Твоих. Вери еси, Господи, чудно дела Твоя, и не единое же слово довольно будет пению чудес Твоих. Ты бы хотел от несущих Твое же быть приведы всяческое, Твоей державы содержишь и твари Твоим ромством строишь и мир. Все четыре стихи Твои сочинивы, четыре временные круг лета венчал еси. Тебе трепещет луна, вся сила тебе поет солнце, тебе славит луна, тебе присутствуют звезды, тебе слушает свет, тебе трепещут бездны, тебе работают источницы, ты простерлась и небо, яко кожу, ты утвердилась и землю на водах, ты оградилась и море песком, ты ка дыханием воздуха зиял еси. Ангельские силы тебе служат, архангельские лица тебе кланяются, многочитие херувими, шестокрылатие серафиме, окрест стоящий, и освети воду сию. Сам оба человека любче царю, приди и ныне наитием святаго твоего духа, и освети воду сию. Сам оба человека любче царю, приди и ныне наитием святаго твоего духа, и освети воду сию. Боярдане, крещающуюся тебе, Господи, креститесь и изволивай от Иоанна, нашего ради спасения Христос, истинный Бог наш, молитву непречистая Своей Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Аминь. С праздником вас, дорогие отцы, дорогие братья и сестры, передаем вам поздравление и благословение нашего правящего архиерея. И всех вас еще раз с праздником, кто желает, аккуратненько подходим, набираем воду. И праздник Богоявления, праздник света, этот свет и божественную чистоту пускай Господь через воду крещенскую расположит в наших сердцах, в наших душах, в наших умах. И по возможности этот свет внесем в свои дома, в свои семьи и поделимся им со всеми нашими близкими и